дамы и господа, беседуем с семьей Гуськовых, которые видно по свитерам являются ярыми фанатами ТХК. Все верно сказал, да? Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, скоро русская классика, уже не за горами, уже Новый год рядышком, дальше до февраля, вообще рукой подать. Что думаете, какие матчи собираетесь из трех? Точно на ТХК пойдем. На ТХК, да. А на ЦСКА как? Ну, подумаем. Понятно. Могут... Февраль холодно, поэтому, ну, конечно. А какие имена вас могут завлечь на ЦСКА, к примеру? Если Ковальчук там будет, Радулов будет? Ковальчук, конечно. То есть Ковальчук может завлечь, да? Ковальчук, Кокорин, Тузов. То есть, в принципе, все ваши, если появятся чемпионы мира, то это может привлечь на трибуны, правильно я понимаю? Конечно. А, вживую увидеть? Давно их видели вживую? Вообще не видел. Серьезно? Ну, у вас до Москвы же близко совсем. Понятно. Спросим у младшего поколения, а вас кто завлечет на трибуны из известных имен? Конечно, если приедет Ковальчук, то я пойду даже минус 20 смотреть. Утеплившись, естественно, да? Конечно. Да, если полностью согласен. То есть только Ковальчук, а Радулов? У вас это не авторитет в Твери? Авторитет, да. То есть, в принципе, он тоже может, да? Но все равно, как вот Ковальчук, больше авторитет. Свой, потому что, да, свой, родной. Хотя Радулов тоже у нас играл в Твери. Но не свой, не родной, правильно? Только играл. Скажите, цена на билет 500 рублей как вообще болельщикам? Цена не маленькая, конечно. Оно того стоит, наверное, да? Наверное, да. Понятно. Все-таки затраты, конечно, тоже понятно. Это мероприятие не дешевое. В фойе уже вывесили схему мест на стадионе «Химик». Вы будете присматривать сейчас или попозже будете билеты брать? Как считаете? Мы только вот сегодня узнали, что будет продажа билетов. Ну, сегодня поэтому... это стало известно, поэтому. Да, поэтому еще как-то посмотрим. Не задумывались, да? У нас вообще абонементы, я не знаю, вот там. Мне кажется, это, наверное, не будет действовать. Не, да. Понятно. А вот вас кто заманит на трибуны, вы не глядя пойдете на хоккей, на русскую классику? Почему не глядя? Я уже хожу несколько лет. На матч ЦСКА. Ну вот тут всех опросили. В смысле, ЦСКА? Ну да, вот приедет ЦСКА играть со СКА МВО, да. Тем более. Нет, я понимаю, но если я хожу на хоккей, значит, я как-то его люблю, поэтому и хожу. Вы на все три игры пойдете? По возможности. Понятно. А если минус 20? Ну сколько смогу. Понятно. На 10 минут. А утепляться будете в плане там бутылочек там, чего-то там? Ну, как вот, к примеру, в Красноярске делали, например, в русской классике. Утепляться будем в плане одежды, сапог, тёплых. Пуховики, валенки, все такое, да? Ну и танцы, наверное, на трибунах, правильно? Да. Что ж, спасибо вам. Ждем на трибунах на русской классике. Спасибо.